состоянии всего мира, о благосостоянии святых Божьих церквей, во спасении, помощи, сообщании с рабом Божьим труждающихся и служащих отец и братьев наших, оставшихся и вошедших слушающих, по исцелению немощих лежащих, о успении слабой блажени памяти и оставлении грехов всех, прежде отшедших отец и братьев наших, все лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных, о братьях наших, о службах сущих и о всех служащих и служивших во святом храме всем.